Здравствуйте, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. С вами Михаил, он же Майкер. За камерой у нас Неонавт, он же Антон. Точнее, Антон, он же Неонавт. И мы хотели бы провести небольшую экскурсию для вас, показать, что происходит на финале чемпионата России по компьютерному спорту 2021 года в городе Челябинск. Жара, мы находимся, собственно, рядышком с местом проведения. Зацените плакатики, где вообще вот это оформление с символикой игрушек, с названием «Чемпионат России по компьютерному спорту» можно встретить почти в любом месте города. Это своеобразная такая поддержка от местной организации, так скажем. Пойдемте дальше. На улице, как вы видите, проходят разные активности. Товарищи играют в баскетбол. Вот. Да что ты меня снимаешь? Не снимай меня, снимай людей. Смотри, чайник из Ситилинка. Вот, рядышком мегаполис. Там отличная, рекомендую, кафешка. Pretty Betty, кажется, она называется. В американском стиле. Там прекрасно готовят. Мы там позавтракали замечательно. На улице жара, градусов, наверное, 30. Но в этом пиджачке льняном очень комфортно. Попробуем зайти внутрь. Скорее всего, нас тормознут, потому что надо будет сдать микрофон, надеть маску, в конце концов. Но мы попробуем. Пойдем скорее, 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 скорее. Бодипозитив. Ну, как высоко-то она поет. Заходим. Пойдем, давай с тобой. Тебя как зовут? Иван, а образ у тебя? Ну вот, собственно, мы и тут. Я не выберу, извините. Так, Майк, будет сложно показать. Спасибо. А, я сразу проскачу. Пользуясь случаем. Оп. Короче, здесь у нас большое количество разных стендов, партнеров. Я не уверен, что стоит все смотреть. Давай пройдемся как-нибудь. И зайдем, например, вот туда, вот, на место проведения. Место проведения оформлено шикарно. Тут работает Рухаб, целая бригада режиссеров самых разнообразных. Вот. И тут, конечно, картинка очень приятная, потому что... Ну, сейчас вы увидите, в общем, сами. Арена типа ледовая, застроена. Там вот справа комментаторов показывают. Через 20 минут мы туда с братком сядем и будем комментить StarCraft. 4 года его не запускал, вот, но так даже интереснее будет, я думаю. В зрительном зале сложно сказать, сколько людей помещается, но свободных мест довольно много. Я думаю, что ближе к... во-первых, завтрашний день еще будет финальный. И сегодня вечером вообще открытие в 6 часов, потому что приедет то ли губернатор, то ли еще какое-то важное официальное лицо. И вот, будут. Как-то так. Что еще? Куда сходим? А, обратно. Хорошо, пойдемте обратно. Я человек подневольный, мне показывают пальцем, я туда иду. На втором этаже... Просто что-то вроде фудкорта, там немного интересного. Наверное, сейчас пойдем в пресс-зону. Пресс-зону. Тут, кроме всего прочего, как видите, косплееров много. Есть даже специальная зона. Здравствуйте. Кажется, он меня узнал. Вот, как-то так. В общем, здесь хорошо. Для... Мероприятие такого уровня в Челябинске, оно по киберспорту не проводилось. Вот, пожалуйста, Дэн Фризер. Мы сейчас с ним попробуем интервью сделать, если удастся, если успеем. Вон деловая колбаса Женя сидит. Короче, здесь все очень хорошо. Как-то так. Спасибо, что смотрели. Будет много интервью. Идет трансляция прямая, и галерея на Good Game тоже есть. Пока.